В окружной столице оперных певцов научили актерскому мастерству, технике и стилю исполнения. Мастер-класс прошел для 9 участников в рамках 5-го юбилейного международного фестиваля Ильдара Абдразакова. Мероприятие направлено на поиск, поддержку и продвижение талантливой молодежи. Дарья Минаева побывала на занятиях. Не петь в нос и вовремя брать дыхание в оперном пении – важные правила. А еще участников мастер-класса учат передавать зрителю через музыку и голос чувства героя. Тарас Баби, один из немногих, сегодня поет с известными исполнителями на большой сцене. Говорит, в будущем хотел бы увидеть учителей уже в работе, окунуться в их привычный ритм. Звезд такого масштаба я видел первый раз. Вблизи, наяву, у меня было счастье и большая удача с ними пообщаться, и главное у них поучиться. Вот. Волнительно, конечно. До сих пор волнуюсь, потому что вот только-только выступил на сцене, и вот меня еще не отпустило до конца. Лучшие из лучших выступят с Ильдаром Абдразаковым на одной сцене уже в следующем году. Для многих это чуть ли не единственная возможность показать свой талант мэтру и осуществить мечту. Спеть во всех действительно культовых театрах мира. Вот, и спеть, собственно, свои любимые партии, которые я люблю, понятно, пока в силу возраста и это невозможно, но вот есть любимая партия, это Филипп II. В опере «Дон Карлос» написано также Джузеппе Верди. В зале звучат арии и романсы композиторов Чайковского и Римского-Корсакова. Для иностранных вокалистов понять смысл слова самое сложное, но к русской культуре у них особая любовь. Есть школа итальянская, французская, немецкая и русская школа. Поэтому это хороший уровень. И было это возможно, поэтому я сразу сказал, да, я хочу в России учить. Это хорошо, чтобы они слушали, потому что они тоже бас и баритон. И просто я слушаю и могу повторить, как они поют. Получили оценку своего мастерства в этот раз 9 оперных певцов из России, Молдовы и Эквадора. Среди них как любители, так и преподаватели и учащиеся музыкальных колледжей и вузов. То есть у меня было два отбора. Один на концерт, который мы открывались в Москве, а второй – это как раз вот проехаться с ребятами по регионам, чтобы они получили более, скажем, доскональную такую школу, мастер-класс, школу понятия сцены, понятия, как работать с оркестром. Уже сегодня состоится галоконцерт международного фестиваля в Ханты-Мансийске. Ильдар Абдразаков вместе с опытными исполнителями выступит с ариями из знаменитых опер, такими как «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан». Дарья Минаева, Александр Шимолин, «Вести Югория», Ханты-Мансийск.